Красавчики. Фрось. Фу-фу-фу. Му-му. Феликс. Феликс. Уф-уф-уф. Вася, хвост. Феликс, он покормит. Вася замерла. Ой, не Вася, господи. Фрося. Улеглись. Еда у него там? Да. Ну вот. Вот там еда. Лежит рядышком. Красивые такие. Кто красавцы? Кто такой красивый? Феликс. Феликс очень красивый. Только... Да? Тигр мощный. Смотрите, какие полоски. Яркие такие весной они. Сейчас вообще травка красавцы, зеленая будет. Да. И такие будут. Они на фоне травы на вообще фоне будут такие рыжие-рыжие. Ой, о, что такое? Муха. Муха укусила. Муха нехорошая. Или вот сейчас, да, весной прилетят мухи все. Да, 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 да. Уф, уф, уф. Жутко просыпались эти мухи. Ох, они какие нехорошие. Моу-моу-моу. Хорошо Фрося не метит. Да, Фрося. Оу-оу. Дай мы же угостим чуть-чуть. Фросю, да. Может и Феликс станет. Давай. Красавчики. Сейчас. Ждешь. А что он еду зажал от тебя, что-то охраняет, да? Ну, вроде не сказать, что прям зажал. Ну, а там припрятал, наверное. Просто это называется припрятал, скажи-то, на Феликс. Феликс, ты припрятал жрачку? Вот ты, конечно. Да, но от вкусняшки он, походу, не откажется. Фрося! Воу-воу! Смотри, такая. Бегает, бегает. Тун-тун-тун-тун-тун. Ой, такая, бегом, бегом, пойдем, говорит тебе, пойдем. Звала на мостки. Ну, где девочка? Смотри. Феликс, ты будешь? Ты чё бы и нет? Ну сейчас доест, кинешь ей. Ага. Ой, там Скарлетт рядом. И Скарлетт сейчас угостим. Фрося медленно ешь. Да они явно покушали. Правильно, мясо припрятано. Ты специально сюда мне бросила? Правильно, Феликс. За едой надо ходить. А то привыкли, что еда вот в лапы падает. Да, к мясу к своему пошел. Ну все, забрал, да, пошел обратно. Он за
Да не, вон не дошел. Ну ладно, извини, наговариваю. Пошли к Скарлетт. По кусочку гасеня усем. Такие они сразу разговорчивые становятся. Вау! Где? Оп, остановился, молодец. Ага, на поддон пошла. Все, проглотил уже? А что там, Гарри? Ну, извините, по кусочку. Так он здоровый у нее. Очень большой. Хасан. Хасанище. Скарлетт с тобой как девочка маленькая, как подросток. Хасан, Хасан. Хасанище. Воу-воу-воу, да? Пошел смотреть, что там, не доела Скарлетт. Или доела? Доела. Доест, доест. Хасан даже не сомневался. Ой, ты боже. Привет. Ну вот еще фырчалки. Там еще фырчалки. Вася. Со Скифом. Пошли к ним. Смотри, что творится. Ну что это такое? Детки. Вася. Детки. Ох, что робиться. Весна, любов! Спаривание робиться, шо робиться? Це спаривание как-то не романтично вообще. Любов! Будут потом креветочки тигровые. Ой, и валяшки. Слушай, у них тоже валяшки. У них тоже валяшки. Пойдем поближе. Иди сюда. Хасан, иди сюда. Угу, тут и устроилась. Хасан идет. Гуляющие товарищи. Давай, подходите. Ловим, подходи еще. Он подошел, все. Ближе. А девочка еще один. Еще, да, ей. Ну, сейчас может быть такое, что он быстренько съест все. Ну, все. Да. Давай, Вася. Ага, все. Отлично. Скарлетт с Хасаном рядом. Так это не Хасан шел, это Скиф. Вот запутаешься с ними. Скиф. Да. Ву, привет, привет. Скиф. Вот там Вася тебя ждет. Вася ждет. Давай, давай. Не надо тут метить. У меня бывает склероз. Предпенсионный возраст дает о себе знать. Да? Так. Ой-ой-ой. Я в засаде тут. В западне, вернее. Скиф. Васенька. Скифа, иди к Васе. Скифа. Вася ждет. У меня да, уже да. Все, нету ничего в руках. Да, такой мальчик хороший. Увов, увов. Пошел, пошел, пошел. Отлично. Отошел подальше. Это хорошо. Так. А у нас тут семья. Ой. Ой, что такое? Что за подножка? Такая. И куда пошли? Я тут так устроилась хорошо. Ой, пометил не тут, слава богу. Хорошо, что не нас.
Ну, я говорю. Пометил и ушел, да. Давай. Вася. Девочка. Красавица. Сам ушел в дом, нет? Нет, не в дом, да. Цветут деревья в вольере. Красота. Красота. Вот так он тебе тут все, да, духами забрызгал. Какие уши. Ушки, да, с белыми пятнышками. Я даже не... По следам, наверное. Да, чётенько, как он шел. Туда же? Идет по следу. Угу. Вот так, тигр идет по следу. И никуда не уйдёшь. Чётенько все. Не, пошла в маленький вольер.